Друзья, приветствую. Запишу ролик небольшой, короткий. Юмор с электронных досок объявлений. Профиль один попался такой интересный. Во-первых, имя Арташ М уже так как бы слегка намекает. И здесь объявление несколько прям вообще смешно написано. Вот, в общем, да вот прям сначала можно начинать. Очки зашитные. Типа как с акцентом говорят кавказцы, а он объявление так пишет. Ну, перфоратор, ладно. Тут сейчас ниже будет плавание. Типа плавки, наверное, что ли, имел в виду. Обогреватель, ветерок. Тепловентилятор, это типа бы. Шиток зашитный. Так, тут сейчас. Касса для денег. Верхняя безрукавка. Че, разве есть нижняя? Еще, значит. Сначала нижнюю, а сверху верхнюю. Личинка. Ну ладно. Так, сейчас тут еще был. Так, сейчас. Кроссовки. Сумки, портфель. Кроссовки. Как на рынке стоят, там вот раньше были такие, ну, сладков со столов. Там типа подходи, кроссовки, демисезон. Обувница. Wi-Fi реутер. Колонка. Так. Куда-то пролистал. Там. Ведро пластиковый. Памятник. Памятник дома не желаете поставить? Это Будда, а это памятник. Так, ну ладно, зимняя шапка. Не знаю, мне кажется, она новой дешевле стоит. Но это ладно, по ценам. Вот это удлинитель тоже самое. Блин, 1600, что-то не знаю, мне кажется, он столько не стоит. Полка напольная. Акустик. Акустик, блядь. Ножница. Это еще же. Болторез. Ножница. Изоляция. Как он, утюг, такая фирма новая. Скарлет. Пистолет пен. Пистолет пены. Целый пистолет пен. Фантастический зверь. А есть не фантастический. Фантастический. Каструла. Краскопульт. Панасоник, Шарп. Так, ну, плитка рез.
Ну, такой интересный профиль, смешной.